Добрый вечер пятницы, дорогие друзья, слушатели, зрители YouTube, ВК, Twitch, приветствую всех. С вами Флойд Барбер, как обычно, 20.00 по Москве, пятница. Сегодня у нас, да, подкаст. Сегодня, как вы могли заметить, Big Big Friday. Hello everyone, hi. Big Big Friday today, let's go back to the old school. Да, друзья, кто вдруг не знает, это у нас уже третья часть этого выпуска совершится. Ну, в принципе, канал у нас, в общем-то, изначально был заточен под Big Beat. Мы продолжаем в нем копаться, мы продолжаем изыскивать кое-что интересненькое. Да, для тех, кто не знает, в принципе, топы из топов мы уже изучили вдоль и поперек, что называется, уже прошли и некоторые альбомы. В большинстве своем самые топовые, лучшие, так сказать, от 96 по 2000 год. Вот, ну и также собрали с помощью вашей помощи,
собрали 300 лучших треков. Ну а сейчас пришло время, как говорится, покопаться в залежах там, где, возможно, кто-то еще даже не копался. И да, как бы материала, в принципе, достаточно по бигбиту на самом деле. И пришла у меня, в общем-то, идея, как его сортировать. Если честно, даже особо и не знаю. Ну вот, решил, и раз уж мы с вами недавно отмечали 25-летие некоторых альбомов, решил я заглянуть к группам, у которых вообще, в принципе, не было альбомов. И первый их релиз был непосредственно в 97-м году. Сегодня им, собственно, участь прозвучать в данном эфире. Всех приветствую еще раз. Добрый вечер, друзья. Рад вас видеть. Друзья, товарищи с ВК. Общий чатик, к сожалению, не работает. Если что, присоединяйтесь к нам на ютубчик. Сейчас я вам ссылочку скину. Здесь вроде как и качество получше. Короче, да, друзья, полный old school. Совершенно говорит Павел. Сегодня именно для кого-то, возможно, для кого-то будут действительно новинки от 1997 года с выдержкой ровно в 25 лет. Павел, дружище, приветствую. У нас просто несколько Павелов на стриме, я периодически путаюсь. У тебя сегодня день рождения? Если да, то дай знать. Я так краем глаза увидел в телегу, пока анонс давал. Так вот, друзья, есть, конечно, положительные и, ну, может, нет, есть всегда есть и отрицательные положительные стороны. Вот, информации за них, конечно, очень мало. Вот, разумеется, да, рассказывать особо, в принципе, и нечего, кроме там пару предложений. Но я все-таки, как говорится, это сделаю. Вот, но есть их позитивная сторона, заключается в том, что мы с вами сможем больше послушать музыки, нежели меня. Ну и, соответственно, поговорить на какие-то либо отвлеченные темы, поностальгировать, повспоминать.
понимать не только музыку, но то, что и происходило. Вот, что я хочу сказать. Некоторые треки до сих пор, кстати, не найдены среди этих релизов, которые я сегодня буду играть. Вот, некоторые треки вообще исключительно существуют только в виниле. В общем-то, отсюда поэтому и такая заставка. Но не у меня. Это оцифровочки. Но я имею в виду, если вдруг будет какой-то звук такой, то не пугайтесь, там щелчки, брычки и все такое. Это, знаете, это оцифровочка с винила. Приветствую, друзья, кто к нам только что присоединился. Hi everyone, who's just joining us. Today is some old school podcast. All tracks from 1997. Yeah, not so hit, but rare shit stuff. Павел, дружище, ну тогда прими мои искренние поздравления, так сказать. Желаю тебе, конечно, крепкого здоровья в нынешнее время, как физического, так и морального, благополучия, семейного, финансового. В общем, будь всегда на высоте, будь всегда лучшим. Да, дружище, спасибо, что за свой день рождения, конечно, решил посетить мой стрим. Вдвойне, как говорится, всегда приятно. Так что, друзья, ваши поздравления тоже Павлу. Я так понимаю, что это тот самый Павел, который является еще и носителем моего фирменного мерча. Так, друзья, что касается предыдущего товарища Plastic Surgeons, кстати, надо сказать, да, один мини-альбом у них всего был, это Энди Кокуп и Рон Эслин. И вот интересные фамилии получились у ребят из Великобритании. Под двумя названиями, кстати, они умудрились выпустить на виниле. Ну, все по причине того, что Больше Records был такой очень крутой лейбл на самом деле, который продвигал брит-биты, в том числе в 90-х годах, один из первых, надо даже сказать. Вот, они, в принципе, заценили этих ребят и решили его на своем лейбле переиздать.
Но в 97-м году, как мы знаем, конкуренция была крайне нереальная, и дело дальше не пошло. А вот что касается Circuit Breaker, то это уже у нас продюсер из Берлина. Да, сегодня, кстати, будет у нас не только Великобритания, очень большая насыщенность релизов именно из Нидерландов. Ну, из Германии тоже, кстати, вот, в том числе и этот. Синглы делал, кстати, до 2008 года, в отличие от предыдущих товарищей, в Spike Records, немецкий лейбл. Как раз таки мы и перешли с вами в Нидерланды, теперь их принято называть так. Голландия уже им не нравится. Как я сказал, сегодня, да, много будет оттуда треев. Очень-очень интересный, забавненький такой трек, хоть и рваный, вошел он в мини-альбом. Сегодня все 97-й год, поэтому повторяться не буду. 4 трека туда вошло. Steve Wierman Cotterly. Букет Молдавии, алды здесь, это круто, спасибо большое за поддержку, дружище, за 5 баксов, отлично, супер начало. Сегодня да. Если вы не алды, то не переживайте сегодня. Сегодня узнаете много нового и интересного. Этот трек разобрали по всем возможным совершенно сборникам. Ну, в том числе Dope on Plastic. Это уже была в 97 году 5-я часть. Кстати, тоже очень крутые сборники. Одни из первых, которые начали... Первое время там, конечно, больше, наверное, трип-хоп. Абстракт там такой. Драм немного проскакивал. В общем, ну, потом пошла жара нормальная такая по брейкбиту. По брейкбиту, кстати, своих еще чекнуть обязательно, их там, по-моему, аж 8 штук. Вот, ну и сами Нидерланды тоже не лыком шиты выпускали сборники, такие как Asphalt Darling, и еще был Heineken Crossover, короче, господи, прошу прощения. И во главе с самим Junkie XL, да, это, наверное, один из самых знаменитых, скажем так, нидерландцев, летучих голландцев, который, собственно, продвигал Big Beat в те времена. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We'll be right back.
Вот такой вот интересный зубодробительный трек. Как я сказал, всего их было 4 в мини-альбома, который называется Refreshing. Здесь, кстати, да, вы можете видеть на виниле. Это натуральные, настоящие, так сказать, трушные обложечки. Вот. Ну, в 98 году выпустил еще один мини-альбом. Этот Принц Абу... Эбубу. Ё-моё. Но дело дальше не пошло, на самом деле, да, сегодня, в принципе, да, в большинстве своем, наверное, те ребята я подобрал, как я уже сказал, достаточно редкий став, который в большинстве своем не выпускал, во-первых, альбомы, а во-вторых, ну, где-то, да, наверное, исключительно это были синглы, и в большинстве своем не далее 2000 года. Едем дальше. Еще один крутой сейчас будет трекан. Это, наверное, уже более известная тема, потому что она в свое время попадала тоже в некоторые сборники, в том числе Dig the New Breed в 97 году от самого лейбла Wall of Sound. Молдавии, дружище, ну, по традиции, как говорится, за $5 имеешь право вставить свой трек какой-нибудь или проголосовать. We'll be right back.
Yeah, boy. Hello, my friends. Thank you for joining us. But today I will speak in Russian. But music is the main stream. Да, друзья, блин, отличный на самом деле трекан. Как я сказал, сегодня все 97-го года. Today is only 1997. Rattle Shake, так и назывался, собственно, мини-альбом. Туда вошли 4 трека. Да, другие тоже, в принципе, кочевые. Можно послушать. Представители Великобритании Эндрю Джон Валентайн и We Love. Вот, ребята молодцы. Но что случилось потом, опять-таки история умалчивает. Потому что молчали они же до 2001 года. Выпустили потом два сингла, и все. И были такое. Ну, понятно же, поздно, что там, какой же там Big Beat в 2001 году. Ну, Rattle Shake лично, по моему мнению, так и остался самым крутым их треком. В общем-то, первый, самый крутой. Ну, так надо тоже уметь на самом деле. Вот, ну, возможно, не знаю, кому-то покажется он не таким крутым, ну. Поэтому сейчас не сравниваем там хитами-хитами, но для, скажем так, малоизвестных представителей underground на тот момент это очень даже круто. Ну, был и underground в России, друзья, конечно. Мегафон. А кто такой Мегафон? Ну, не сотовый оператор, конечно, да, потому что, да, а Рудин Евгений Анатольевич, если быть точнее. То есть, а на самом деле это же DJ Groove, да, DJ Groove когда-то давным-давно занимался биг-битом, брейк-битом, драмом, чем он только, собственно, не занимался. Вот был у него, собственно, и такой проект. Да, и помню, мы еще был совместный у него проект с альтернативной рок-группой. В общем, нормальными движениями он занимался, так сказать, поднимал целину в СНГ, в России, в частности. Вот. А сборничек от самого диджея Дэна Шторм, тоже один из первых, в общем-то, сборничков именно русского брейкбита, я думаю, СНГ. Я думаю, его, наверное, все должны знать. Русская публика, так точно. Так, друзья, отвечаю на вопросы по поводу, что там отвалилось у меня по поводу опять этого чата. Да все то же самое на самом деле, оно, как говорится, отвалилось и не привалилось, просто там у меня очень много настроек, я не хочу, если честно, переходить на другие вещи. Я пробовал, честно пробовал, 1-2, все очень через одно место работает на самом деле, и плюс не хочу сбивать настройки. ВК, не обижайтесь, пожалуйста, я тоже, в принципе, захожу, там читаю, если есть какие-то вопросики, пишите, я вам, конечно, обязательно отвечу. Но там, в принципе, по статистике у меня в среднем от 1 до 5 человек, когда на Ютубе там 20-30, поэтому я не знаю, имеет ли вообще это какой-то смысл. На Твиче вообще полная тишина. Добрый вечер все, кто к нам присоединился. Да, грув был хорош. Дратуйте, всем приветствую. Чилить сейчас попозже послушаем трек, отвечу на остальные вопросы. Да, кстати, Павел, ты как именинник у нас не очередной можешь заказывать пару-тройку треков легко и неожиданно, либо голосовать без какого-либо доната. Yeah.
немного, да, немного поспешил я с компиляцией от DJ Дэна, Шторм. Следующий трек как раз-таки будет от нее, это Access Denied. Кстати, да, была у нас и такая группа тоже в том числе. Вот. А данный трек вошел в одну из первых книг «Джунглей», том 1, собственно, так она и называлась, в общем-то. Были времена. Ну, поехали. Да-да-да, про Джоша Винка, да, интересное замечание. Эйси Цвистульки гудели, как говорится, из каждого утюга в тот момент. Робби, hello. Yes, rocket.
Здесь, конечно, да. Сегодня я сказал, что... Ну, хорошо, хорошо, для тех, кто, как говорится, только что подошел, я повторю сегодня, друзья, мы слушаем достаточно такие редкие вещи 1997 года, 25-летние выдержки, в стиле, разумеется, Big Beat. Да, это Big Beat Friday, соответственно, третья часть. Сегодня я взял такое, в большинстве своем, да, как я сказал, у этих ребят даже не было альбомов, ну вот, в отличие как раз-таки от Мегафона, он же DJ Groove, все-таки он под этим ником выпустил в 2000 году, уже по-русски написал Мегафон, и почему-то все треки, ну, альбом назывался «Лицо», и все треки он обозвал «Лицо 1, 2, 3, 4» и так далее. Ну, разумеется, там он замешал и Drum and Bass, и Jungle, что, в принципе, он тоже играл. Вот, ну, а в большинстве своем сегодня, да, ребята, которые свой первый релиз сделали в 97 году, это, в принципе, относится к большинству, если не ко всем, и что, и были таковы, и дальше не пошли. Действительно, наверное, самый четкий трек, если выражаться, с альбома, я имею в виду. И самое главное, что он самый долгий, 8.22. На альбоме вы сможете его найти под названием «Лицо 4». «Лицо номер 4». Вот. Ну, шкал. Ну, были такие приколы, разумеется. Почему? Ну и нет. Едем, едем дальше. Так. Ну да, сегодня я, помимо того, что треки 97-го года, их-то круто, в принципе, я брал именно, что, типа, сами проекты, первый свой релиз сделали в 97-м году. Ну и все, друзья, подкидывайте идеи, да, для следующих программ, я как бы открыт для всего. Вот, что еще хотел сказать? А, ответить, что когда будет у нас чил у нас каждый месяц, это четвертая суббота. Соответственно, это будет еще, ну, не скоро, сравнительно через 2 недели. Во вторую субботу, то есть завтра у нас Breakbeat Relict, первая суббота Chemical Beats, третья суббота Hardcore Beat. Так, друзья, запомните, это каждый месяц, это что касается новинок. Да, мы слушаем релизы предыдущего месяца. Вот, что касается пятницы, тут по-разному бывает. Что я захочу, что вы захотите, точнее, проголосуйте за донаты. Так вот, получается, так, собственно, и получилось в прошлый раз. Большое спасибо Константину, скажем, его вроде сегодня не было. Нет, пока, вроде не замечен был.
Petrol Free, либо Petrol в Кубе, если быть точнее, да, так правильно пишется на самом деле это название. Вы поняли. Вспоминаем, кстати, 97-й год, вспоминаем, когда мы учили математику, там было такое, да, в Кубе. Один из трех синглов, в общем-то, но был еще и целый альбом самой этой группы, ну, она в большинстве своем делала по стилю некий электророк, и альбом тоже с опозданием выпустила, но крутые чуваки из Breakage Incorporated сделали очень крутой ремикс. Ну, Martial Law ремикс мне тоже, в принципе, понравился, поэтому я решил его тоже включить, а это все вошло в один релиз, один и тот же, 97-го годика. Добротно. Вспоминаем мы, конечно, да, что в 97-м году было не только много оригинальных альбомов. Да, Дмитрий, понимаю, конечно, что The Prodigy стримились, и Chemical Brothers, они, конечно, набирали топ of the top. Ну, куда деваться. Они, как говорится, одни, слава богу, еще, как говорится, живы и працюют, работают. И, да, что я хотел сказать, да, с химическими братьями какая, собственно, ситуация случилась. Я, в общем-то, после подкаста собирался тоже непосредственно сделать микс, но, как вы помните, возможно, кто-то не знает, после моего подкаста YouTube почему-то посчитал нужным, что химические братья даже спустя 25 лет сегодня очень в тренде, поэтому меня забанили на неделю.
Вот, ну, я решил, как сказать, притормозить это мероприятие. Вот, ну, а что у нас будут и другие мероприятия. Например, 26 августа у нас будет исполниться 25 лет альбому The Crystal Method Vegas. Попробуем его тоже разобрать, как говорится, по частям и их историю в том числе. Не одними, как говорится, The Prodigy и химическими братьями, тем более The Crystal Method, хоть уже в составе одного, не двух человек, но тоже по-прежнему существуют. И последний альбом, в общем-то, достаточно был неплох. Ну, Vegas — это, как говорится, классика. Так, что, какой нужен донат для выигрыша голоса за алкострим в пятницу? Интересный вопрос, конечно. Я подумаю. Честно, не такого ничего не планировал. Но это, наверное, надо где-то будет такой прям отъявленный алкострим. Не знаю, я не фанат какого-то там трэша и угара на публику. Ну, иногда, да, так, посидим, иногда там, да, дегустацией занимаемся. Я подумаю. Следующая пятница у нас как раз пока под вопрос. Вау, у нас прям день рождения на день рождения. Ну, можно следующую пятницу отметить сразу два дня рождения. Возможно, кого-то за эту неделю будет еще одно день рождения. Не знаю, соберемся, как говорится, все вместе, дружно. Что-нибудь устроим такое своеобразное. Надо только, как говорится, ну, придумать хоть тему. Что касается Twow Kids, Том Колин Браудер и Япи Велинда, сингл и мини-альбом, это все, что они смогли сделать, возможно, больше не хотели, но у них были и другие, кстати, проекты на самом деле, они, Twow Kids, да, были замечены очень много, помню, долго и нудно в одной из брейкбит-групп, посвященных брейкбиту, мы прям, не знаю, годами искали эти релизы. Потому что трек был, я имею в виду, а названия его не было. Шазам, разумеется, в таких случаях тоже не помогает никаким образом. Так вот, второй чувак, он себе спокойно радовал нас в группе Head First. Если кто вдруг не знает, мы выкатывали они, точнее, альбом первый свой в To The Bone в 98 году. И потом еще в 2000-й хороший, разумеется, он попал в топы, мой топ 98 лучших альбомов Big Beat. Вот. Ну, а первый немного другими группами занимался, он более такой разношерстного проекта был. Ну, а Twow Kids, блин, он действительно хороший такой кислотный, там уже где-то между брейкбитом Breaks. Ламповый стрим просто немного ящиков рома, ну. Сегодня тоже, кстати, ламповый, только без рома.
Kennedy, you're welcome. Thank you for joining us. Понял, понял вас, друзья. Ну, не вопрос, давайте оформим это мероприятие, так сказать. Вот, где уже договоримся потом. We'll be right back.
еще один тречок с этого всего лишь одного релиза от Plastic Surgeons. Как я уже говорил, выходил он под одним именем в Америке и под другим именем в Великобритании. Но все-таки это великобританцы, и один из этих товарищей, он же Эндри Дерек Капп, он, не знаю как сейчас, но в свое время, да, это одна из частей, один из участников Groove Armada, поэтому неудивительно, что в принципе... И был всего один релиз, и он получился очень даже хороший. Ну, в общем, в принципе, у меня там отдельно лежит от меня альбом. А почему он не вошел в топы? Ну, не знаю, ну вот здесь, да, сегодня все-таки я подобрал, наверное, более такие все-таки лайтовые, как Дмитрий говорит, что можно и почилить на самом деле, без такой жести, прям именно трушный, что называется, бит-бит, потому что, да, потом уже пошла некая там в конце 90-х более такая жара. От фанка, как говорится, к то, чтобы к року, рок там, в принципе, всегда был, кислота, эйсет, ну, наверное, какой-то такому к индастриалу, что ли, начали утемняться, утяжеляться. Ну, вот сейчас прям такое. А, плейлист Шама, плейлист будет непосредственно после окончания, можно будет найти под описанием к видео в Ютубе, у Ютуба, либо ВКонтакте, надеюсь, Ютуб не забанит сегодня мы достаточно редкие вещи получаем. Вот. Ну, друзья, да, по поводу следующей пятницы, хорошо, решено, единственное, надо это, придумать музыкальное сопровождение, вот пока существует у нас бит-бит, саунджем, X-бит, Intoxication, можете придумать что-то свое, что угодно, ну, соответственно, надо за это будет проголосовать, я считаю. И, да, и выпить за день рождения Павла. В следующем я поставлю тот трек, который он сказал. Пока немного такого.
Этот трек звучит специально для Павла в честь его день рождения. Он его заказал. Распишитесь, как говорится, получите. Он короткий, поэтому долго говорить не буду. Потом расскажу за предыдущих ребят. Да, чуваки на самом деле крайне олдовые, там, начиная с конца 80-х, но этот трек, правда, уже более новенький, который вышел после 2000-го. Так, друзья, ну а мы едем дальше. У вас, соответственно, тоже есть такая возможность разбавить сегодня эфир. 300 рублей, 5 долларов, 5 евро. Не знаю, на другую валюту не считал, если она вообще осуществима. Да, так, что я хотел сказать про Two Fat Buddhas и Fathead. Это трек, который звучал непосредственно перед заказом Павла. Фрешка Нова, один тоже из очень крутых достаточно лейблов, который поднимал Big Beat, не то чтобы с колена, а вообще в принципе на те времена. Вот, вполне себе независимый. И что? В этом проекте, собственно, участвовал тот самый Мэтт Кентер, который впоследствии уже перешел, ну не перешел, а в принципе он параллельно, да, на тот момент я в принципе очень-очень много людей, я думаю, вы уже поняли, что в 90-х был такой прикол по 100-500 проектов делать. Там некоторые ребята даже ставили рекорды, я не знаю, там мы пытались считать, там что-то 50 или 70, я не знаю, как это вообще было физически возможно, с учетом того, что это не сегодняшний день, а это еще все надо было выпустить, причем выпустить на виниле, а не просто куда-то там сеть закинуть. Вот, а второй участник Мартин Коул, вот, он... Так вот, ну, Мэтт Кентер, да, я почему говорю, потому что помимо Two Fat Buddhas, Freestylers, он еще был и Fathead, собственно, не знаю, зачем была такая. Они выпустили всего один мини-альбом в таком составе, вот, Cut and Paste, Freshka, All Stars, ну и так далее. Конечно, в принципе, до, там, DJ Icy или до Нормана Кука и ему далеко по количеству проектов, но... Вот так вот, нащупывали они. Да, друзья, вот, кстати, ссылочка, там вы непосредственно можете, если зайдете туда, во-первых, развернете описание, будете понимать, в какую субботу, какой у нас, собственно, стайл музыки звучит, ну, а по пятницам, как я уже сказал, мы, ну, по-разному бывает, все зависит от вас в том числе. Ну, также вы там сможете найти ссылочку на телегу, оттуда, собственно, можно будет скачать мои миксы, и также там есть ссылочка на Boosty, это для тех, кто хочет максимально быстро получать эти миксы. И кое-какие эксклюзивные тоже материальчики. Подписка стоит тоже 300 рублей в месяц. Так что для поддержания флойдовских штанов.
Благодарим всем, кто там уже есть. Да, ловлю себя на втором исключении. Сегодня за эфир у этих ребят был альбом. А я напомню, друзья, что мы сегодня слушаем раритетные достаточно вещи производства 1997 года, плюс самые первые релизы групп, именно, которые выпустили в 97 году, в том числе и AFC Kahuna. Да, все, я думаю, наверняка помнят тот ремикс, который сделал Fatboy Slim и прославил этих ребят, в общем-то, помимо того, что они, в принципе, сами не такие уж раритетные и достаточно популярность тоже имели в Великобритании, ну, я имею в виду отличие от большинства тех, кого я подобрал сегодня, пусть не обижаются, но это факты, да, против фактов не попрешь. Так, ну, выпустили они альбом аж в 2002 году, и это была немного уже другая история, что называется Machine Says Yes. Ну, а в 2003 они резко завязали, ну, понятно, потому что, как я и объяснял, та же самая история, никому Big Beat в 2002 году, 2003 не нужен. Ну, я имею в виду, в 2003 был еще какой-то там сингл туда-сюда обратно, и все, Великобритания.
Вот, вошел, да, ну, а оригинал тоже достаточно крутой, ну, как оказалось, что мало кто вообще слышал оригинал по причине того, что он Fat Boys. Зачем слушать оригинал, если есть ремикс от Fat Boys Slim? Был в свое время такой, еще даже они сделали сами сборничек Big Kahuna Kicks One. Неплохой достаточно сборничек, но что-то потом они решили не делать их. Чила, друзья, от Агент Кейн. Перед тем, как мы немного все-таки повысим градус. Как я смотрю, тут ребята у нас тоже нормально повышают. Самогончиков I'm not afraid to
Да, друзья, если вы любите такого рода биточки чильные, прошу обратить ваше внимание на агента Кейна. На самом деле у него всего 3 сингла вышло, да, и, по-моему, все даже в 97 году на Narcotics Incorporation. Что удивительно для, в общем-то, не такого топового лейбла и топового, скажем так, продюсирование в плане финансов. Звук очень чистый, я не знаю, такое ощущение, как будто ремастер кто-то сделал, блин, в 2017 году или вот буквально недавно, и то причем такое звучит максимально круто. Я бы даже винилом обзавелся, но. Зачем обзаводиться пластинкой с винила, если их не на чем играть? Самое смешное, что пока я искал релизы и прочее, как я сегодня уже упоминал в начале, что многие, да, цифры вообще в принципе не существуют, они существуют только, либо потом уже было какое-то переиздание, либо это просто оцифровки с винила, и что удивительно, что, в принципе, на закромах всяких рынков, СНГ-шных, уже, в принципе, винилы даже распродают вот эти, не обязательно, это агента, не помню точно название, короче, 300-400 рублей, это вообще копейки, в принципе, это таких цен сейчас близко нет, сейчас 3-4 тысячи, наверное, минимум, да, это без доставок, без ничего, да, какие-то вообще доставки. Короче, не знаю, может, какой-то фонд собрать и скупать эти дешевые винилы, пусть лежат, потом где-нибудь приеду и отыграю, раз уж своего нету. Узнаем знакомые сэмплы, да, кое-что из Prodigy, соответственно, Prodigy тоже брали у кого-то, и кое-что от Амара Сантаны из Trick It Out. Отличный трекан, глухой такой, максимально убиты все высокие частоты, как только это возможно было, и нельзя, потому что мы из Германии, Мортиц Хендрих. Продюсер, композитор, выпустил всего, правда, 2 мини-альбома, этот был трек вошел в первый, он так и назывался, Diamonds Running Out.
год, ну и второй в 98-м году. И, как говорится, на этом все. Вот, да, был еще, кстати, да, помимо того, что существовали еще и, помимо Великобритании, да, я сегодня сказал, будет много голландцев, немцев, вот, существовал еще такой сборник Breakbeat Canadensis. Наверное, правильно прочитал. Не знаю, что там. Что-то с английским все хуже и хуже с каждым годом практики. Нет, на винилах играть, сводить не умею практически вообще. Практики было минимум. Но надо, как говорится, уже это выходить на новый уровень. Так, ну а сейчас да, сейчас мы снова возвращаемся в Нидерланды. Сегодня у нас пластические хирурги были, а сейчас у нас пластический century век, пластический век, наверное, так. Погнали! Тут вот интересный достаточно случай, потому что искал я как раз таки новые треки, натыкаюсь на этих ребят и думаю, а что такое, это же 97-й год, ну, соответственно, один их единственный, ну, по-моему, да, релиз, да, так и есть. Один из треков как раз попадал Chemical Beats Volume 2, были тоже такие сборнички, и Toxic Tracks, это уже нидерландский сборник. Так вот, оказывается, что они в 2022 году решили вот в цифре выпустить то, что было когда-то в 97-м году, и причем это даже есть ВКонтакте. И Dishcuts, по-моему, я тоже такой наткнулся, тоже был такой проект, ну там 98-й год, но сегодня мы вроде их тоже послушаем, 97-м году. Ну, короче, к чему это? Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Потому что выпускают, и то, что вдруг вы, или я даже, уже отчаялись найти, вот такие вещи происходят спустя 25 лет, удивительно. Made Panzer, Panzer, прошу прощения, не знаю, как правильно. Смотри, Breakbeat Shot, он просто ребрендинг небольшой произошел с ним, и он теперь стал Chemical Beats. Но суть его осталась та же самая. Так что уже вышло три части, так что слушаем, не теряемся.
Да, друзья, кстати, да, на Ютубе первую и третью часть, по-моему, в России и в Белоруссии забанили. Спасибо кому? Crystal Method и Chasing Status, разумеется, да, передаем большой привет. Не знаю, за что мы провинились, но так случилось, да. Так что, если вы хотите послушать эти миксы, то непосредственно переходите по ссылочке в Телеге, либо на Бусти, они там уже есть. We'll be right back.
Но это, друзья, действительно топовый трек. Он всего один у данного проекта на самом деле, поэтому если вы еще вдруг его не слышали, то обязательно забирайте его в себе в коллекцию, потому что он достоин того. Вышел он, кстати, в сборнике Donuts в первую часть. Да, Donuts, Donuts. Короче, пончики, да, пончики все те же самые. Вот, это больше Records, я уже сегодня о них говорил, тоже очень крутой лейбл, где выпускались как раз-таки Layback, LHB, Rasmus, Beach Comas. Ну, в принципе, да, они не делали так много сборников, в отличие от того же Dope on Plastic. Ну, у них как раз-таки более вот такой вот, наверное, такой именно трушный бигбит, даже, наверное, более фанковский, что ли. Вот, ну, а все почему? Не знаю, мне кажется, в какой-то момент ребята просто по приколу сделали проект, потому что на самом деле там целая троица уже таких опытных товарищей, которые еще с 80-х пилили музло. Самый, наверное, знаменитый их проект был Opus Free. Насколько я помню, это транс вроде, да, что-то около того. Вот. Ну, решили они себя попробовать в бигбите, очень круто получилось. Блин, что бы не сделали альбом, я бы был в восторге. Он бы точно попал в топы 97-го года.
Вот такой вот интересный трек с интересным названием Real Sound, Real, вот ка-ка-ка-ка. Не знаю, с чем это связано, но ребята молодцы, как я уже сказал, выпустили они пару мини-альбомов. Этот трек вошел в мини-альбом под названием Yellow Room's Journey, туда аж 5 треков вошло. Ну, для любителей такого именно кислоты, смотрите, даже в духе, наверное, Амара Сантаны и его этих всяких трикетаутов и прочее, в принципе, должно зайти. Они даже, по-моему, кто-то на кого-то там ремикс сделал, я сейчас по времени не вспомню, но были такие треки, они у меня точно в подкастах. Ну, неудивительно. А, не, вру, 3 мини-альбома было. Да, как я уже говорил, один из участников был в проекте Head First, и там, да, ничего, собственно, удивительного, он там больше, в общем-то, прославился, а тут они разошлись, как в море корабли. Head First тоже крутая банда. Немного французского Big Beat фанка от Росбива. Это их был первый релиз, ну как сегодня у всех ребят, которые сегодня звучали в 97-м году, в 98-м они выпустили второй, но потом переключились на другие проекты. Вообще, да, 90-е, как я уже сказал, это в принципе время многопроектное, сайт-проектное, не знаю, как хотите. Короче, основной проект одного этих участников это был Terminal Head. Я думаю, вы помните такое, более жесткий такой электро-рок саунд, мы слушали их неоднократно. Вот, ну и Lucid Source тоже. Да, Франция, наверное, у нас сегодня она единственная, но там тоже, как оказывается, Куали, Биг Бит, почему бы и нет. Подписчики у нас тоже, кстати, из Франции периодически заходили, так что передаем им большой привет, как и всем остальным. И послушаем еще один трек. Точнее, этот же трек, только микс.
добротно так прошлись и с крючами, и, главное, бензопилой по нашим колоночкам. Еще один тречок от агента Кейна, все тот же первый релиз 97 года, ну, в принципе, у него все три были 97 года. San Francisco! Привет-привет!
крайне-крайне молодец. Кто? Джордж Джонс, который в 97 году выпустил 3 сингла и, собственно, прекратил свою деятельность музыкальную, хотя очень-очень зря. Мне кажется, это даже в 2022 году очень качественно звучит как по и содержанию, так и вообще по продакшену. Плюс он попадал в разного вида сборники. Не знаю, что не хватило. Ну, что тут, как говорится, гадать да вокруг ходить около. Вокруг да около. 97 год дичайшей конкуренции в данном стиле. Тем более, все наоборот топили жесть. Не до расслабона было, в общем. А дальше у нас кто? Первый тоже из 3 мини-альбомов, которые выпустили эти ребята. White Shaker, так и назывался мини-альбом. Это Роб Кернс и Роберт Льюис. В большинстве своем, наверное, все помнят трек Rhythm Haze, который, в принципе, да, попутешествовал по сборничкам, но вот все остальные как-то немного остались в стороне. Точнее, это он как раз был с этого мини-альбома, Weak Shaker. А вот этот как раз-таки трек уже с другого мини-альбома под названием Televisions Be Good To Me. Все того же годика. Салюдо! Hola, bro. Соло.
добротный бусончик, как обычно, из Великобритании. Басок, кстати, да, басок такой жирненький, в стиле химических братьев как раз мы обсуждали. Мимучила, казалось бы. Откуда? Да нет, не из Южной Америки. Из той самой Голландии. Меня теперь надо назвать Нидерландами все-таки. Неплохой достаточно проект. Тоже было несколько релизиков у них. Данный трек вошел в мини-альбом Open Your Mind. И также его очень хорошо разгребли по всевозможным таким Electro Breaks Acid сборничкам. Типа Electro Breaks 4. Это уже была четвертая часть на тот момент 97 года. Toxic Tracks — это такая компиляция, которая была выпущена голландцами самими, ну, и другие. Опять же, передаем пример, да, на Мару Сантана. Друзья, два с лишним часа позади. Сегодня, да, такой достаточно ненапряжный, я бы сказал, ламповый вполне себе, да, стрим 25-летней выдержки. Я надеюсь, вы нашли для себя что-нибудь новенькое, что-нибудь интересненькое. Как я уже говорил, сам трек-лист будет непосредственно в описании к видео. Я надеюсь, за такое старье ничего не удалят, баны никакие не прилетят. Хотя всякое, да, в жизни бывает. Вот что, сам микс, да, наверное, уже где-то будет в понедельник, во вторник, то есть в начале недели, в первую очередь доступен бустерам, моим платным, так сказать, подписчикам. Ну, а для всеобщего обозрения это уже где-то через неделю. Если вы хотите, соответственно, меня поддержать, тоже получать первым делом это ништячки, ссылку кидаю в описании. Ну, а мы увидимся непосредственно завтра. Завтра у нас Breakbeat Relict, потому что вторая суббота месяца, слушаем такие своеобразные андеграундные новинки. Да, из той же Великобритании, я думаю, Германии, Голландии в том числе. Будет, наверное, жестковато немного. Будет тоже, кстати, электросаунд, будет техносаунд. Ну, все это, я не знаю, ставка к главному слову Breakbeat. Возможно, даже я микс разделю на две части, второй более атмосферный сделаю в пятницу, как в прошлый раз. Посмотрим, если будут на то, как говорится, силы и мощи. Всем спасибо, друзья, за ваши лайки, за ваши донаты, за вашу поддержку, за ваши комментарии. Увидимся, соответственно, в то же самое время, в том же самом месте, пятница, суббота, 20:00 по Москве. This is the last track for today, thank you very much for joining us. Track release will be after the show, and mix will be...
or next week, or next weekend, or you can subscribe on my Boosty and get it first. Monday or... Yes, Monday. Да, друзья, так что оставляйте свои комментарии, потом уже к записи, либо сейчас, как вам такой ламповый режим, так сказать, без рвания майк на себе, без хитов. Ну блин, уже все переслушали, чтобы можно было на самом деле уже и стримы были посвящены 25-летию альбома. Да, кстати, Вегас будет 26-го. 26-го, да, получается. Да, да, все верно. Вот, если вдруг надо какие-то треки, пишите мне в телегу и вообще подписывайтесь на мои социалки. Всем спасибо. До завтра. Thank you very much for likes, for joining us. See you. See you tomorrow. Tomorrow will be Breakbeat Relic live mix. New special. Bye-bye. Всем пока, друзья.